пас на Нильсона. По правому краю. Маркус Нильсон привез шайбу в зону атаки. А Пайков на пятак делает передачу. И туда открывался Ерик Карелайнин. Замкнуть не удалось. Ух, какой бросок! И 3-1 в меньшинстве. Павел Корнаухов увеличивает преимущество московского ЦСКА до двух шайб. Принял он шайбу где-то глубоко в своей зоне, набрал скорость, прошел среднюю зону на скорости и вложился в этот бросок. И бросок получился великолепный. Не сумел справиться с этим броском вратарь хоккейного клуба «Сочи».